поздравляю всех с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, в которой молодой общественный строй, в основе которого была социальная справедливость, победил старый, основанный на эксплуатации человека человеком. Капитализм проиграл, но не исчез. Чтобы по праву гордиться победой наших дедов и прадедов, нужно продолжить их дело. Сегодня к тому, что они создавали и защищали, крепко присосались паразиты и навязали обществу свою идеологию, что можно пользоваться всеми благами, которые общество предоставляет, но ничего не отдавать взамен. Трудящимся необходимо организоваться, создавать независимые профсоюзы, которые будут бороться за интересы работников, а не работодателей. Создавать советы, которые являются организационной формой диктатуры пролетариата. Выбирайте, вы на стороне прогресса или реакции. Вступайте в рабочую партию России.